Здесь вообще не чищен, как было утоптано вот людьми, так и утоптано. И по той стороне я вот наверняка уверен, что это та же самая ситуация. Тротуары и пешеходные переходы – самые страдающие при масштабной расчистке дорог. Зачастую снег с проезжей части сгребают прямо на них. От улицы Тимуровца в сторону Советской Армии после проезда грейдеров так и произошло. В районе пешеходных переходов остались большие отвалы. На это в первую очередь обращал внимание замглавы администрации города Борис Ясинский. А по улице Новоселов обнаружено заужение дороги. В ближайшие дни участок грейдируют, затем снег вывезут. Выявлены проблемы при грейдировании проезжей части – проблемы с расчисткой пешеходных переходов. При проходе тяжелой техники происходит завал пешеходных переходов. В настоящее время дано поручение дирекции благоустройства оптимизировать работу, синхронизировать два участка работы – ручной уборки и механизированной уборки. Еще одна неприятность – лестничные подъемы. Их тоже заваливает снегом, и дети уже делают из них импровизированные горки. Но теперь каждый такой переход будет взят под контроль. А лестница в районе 7-й детской поликлиники, а также недалеко от дома 50, под особой. Максим Васильев, телекомпания «Город».